Олімпік і UFC 3-0 технічна поразка команди UFC. Олімпік отримав 3 очка в свою копілочку. Йдемо далі. Олімпік, я знаю, зіграв товариничок з гладіатором, так? 2-2. Нічого розказав? Ну, знаєш так. Це ви не хотіли рати, що вони? Ми на самом деле отыграли до этого, потому что да, да, у вас был вытручен. Я там был в качестве судьи, поэтому. Добре, добре, йдемо далі тоді. І от команда з цікавою назвою Донбас. Команда легіонерів України. Там грають, до речі, тільки 3 українці, чи то навіть росіяни. А решта всі це хлопці з Англії, з Ірландії, здається, з Австралії. І грали вони з командою Монте-Карло. Теж хлопці з легіонерів. Я з Берліну вийшов. І 1-7 отримали. Ну, да, але забив, Міхай забив. Причому довольно-таки безперспективно. Тобто в першому таймі програв 0-3. Второй тайм. Забив гол престижа, но пропустив при этом еще 4 мяча в свои ворота. Посмотрим, как у ребят сложится их дальнейшая судьба в лиге. Что ты скажешь стосовно этого матча, как ты дивишься перспективы команды Донбасс? Ты сможешь Ренат Леонидович чем-то помочь этой команде, если дизнается, что так, есть такая команда? Я думаю, если он пригрозит им шахтами, работами в шахтах, то я думаю, не изменится в лучшую сторону. Я думаю, что эти хлопцы еще очень сильно сдувалися от боли, потому что в Англии, в Австралии таких полів немає просто. Уровень сложности здесь выше, и отсюда больше качества игроков. Да, да, більш професійні стоять люди. Ну, якщо дивитися далі, то дуже цікавий матч. Сокол-Юнісеф. Юнісеф виграв з рахунком 0-1. Ковпак забув на 21-й хвилині гол. Ракітін і Бондарчук отримали жовті карточки. Ну тут ось такий футбольний матч. Я слишком переоцінив Сокол, тобто дав їм такі ж можливості, що от вони обіграли там Воскресенку. В принципі, зараз обіграти Воскресенку можуть практично всі в лігі. Ну, от чому-то так. Ну що це так про Воскресенку? Да ладно. Сокол, тобто обіграв і, можливо, почувствовали себя слишком уверенно. И Юнисефу, который довольно-таки хорошо свой матч сыграл, то есть они 2-0 проиграли Штурму, а сейчас они настроились на игру и, видимо, сыграли от обороны. Будут вторым номером сыграли, то есть, ну, честно говоря, не видел, но предполагаю, что если такой маленький счет, то игра была очень плотной. Я думаю, что если исходить из того, что 2 предупреждения, 1 гол, то, скорее всего, игра была напряженная. То есть... Ну, ты заметь, гол был забит под конец первого тайма. То есть у них был еще полностью целый второй тайм, да. Что-то сделать. Да, и вот следующий матч не менее резонансен. Авангард Гвадаладжара. Поражение Авангарда 0-2, причем голы тоже были забиты на 40-45 минутах. Первый тайм откатали 0-0. Ну, что сказать, у Авангарда, как я слышал, был точно такой же состав, который с нами играл. То есть, либо им не повезло, как могло не повезти матчи с нами, либо Гвадаладжара накупила бразильцев. Хочу сказать за Авангард Гвадаладжара, потому что немножко слыхал об этой игре. Сказать так, что Авангард просто не смог играть стабильно всю игру. Я слыхал, что говорили, что ребята себя сами анализировали, что мы начали хорошо, давили, могли выиграть, но потом пошел этот перебой игровой, то есть неслаженность, замены пошли. А Гвадаладжара, я так понимаю, их, возможно, не сильно меняли, все бегали, ребята забили 2 гола, и к тому же под конец... Да, в конце матча. Да, но еще что, допустим, сказать, Гвадаладжара, когда играла с Олимпиком, то есть они, ну, как по словам Олимпика, они довольно-таки легко обыграли 3-1. Либо команда настроилась так на этот матч. Ну, что можно сказать? Первые очки в копилке Гвадаладжары и первое поражение Авангарда. Окей, у нас залишається буквально хвилинка. Мы швиденько пробежимось про матч Салют Атлетико 2. Рахунок 1-3 на користь Атлетико. У нас є представник команди Салют. Скажи, чому така ситуація? Чому? Ну, во-первых, условия полевые были немножко непривычные, играли на новом поле, например, и это была одна из причин. Во-вторых, 2 ключевых игрока, которые присутствовали в игре против Винтергартен, отсутствовали. То есть авторы голов забитых, это
Коломиец и Валиулин, которые забивали в игре против Интергарден. Их тут не было по разным, по своим причинам. Состав был относительно слабый. Атлетика могло забить нам, ну, голов 5 точно. Там были перекладины, штанги. Наш вратарь спасал, молодец. Мы забили... Вообще почти стыдно, да? Да, мы забили... Не, мы забили первыми, я не знаю, там вратарь немножко их не досмотрел за мячом. Про Коперника забыл. Да, я забил. С мяса, да? А, ты? Я думал, Савитос... Да-да-да, его там нагоняли. А с мяса какой? Он перешел салют просто. Коперника. Да, и забили, они нас начали давить, надавили. Молодцы ребята, что сказать. Пускай играют ту же игру, будет, нам же будет интереснее с ними играть в следующий раз. Сандра, что ты, ребят, твой матч? У меня пару вопросов по этой игре. Вы все-таки первыми забили. Почему вы, если увидели, что все-таки вы теряете контроль над мячом, почему вы просто не сели в глухую оборону? Во-первых, нас ребята поддавливали. Ну так. Просто играть на разрушение игры, я думаю, это ж... Ну не хватит. Я тебе скажу так, класс, наш класс игроков еще не тот, чтобы нормально защищаться. Знаешь, надо было соглашаться на перенос матча. Окей. Кто знает. Все, хлопцы, я вам дякую. Да. Вам всім перемог. Дальше стоїть. Сам, давай. Покидусь.